Всех еще раз приветствую и здравствуйте. Я хочу продолжить и прошу прощения, то видео оборвалось. Sony Walkman MZ-DFS-EH70, вот они видны. Ну, в принципе, я там все в видео рассказал. Я хотел вот пульт попробовать и вот этот пульт подключить. Ну, в зависимости, он, видите, от игры света всегда, ну, светопередачи разных камер, он в основном-то такой вот больше зеленый, изумрудного цвета. Ну и иногда отдает, особенно вот на фоне вот этого плеера, таким тоже цветом морской волны, и даже таким голубоватым он подсвечивается, не всегда передается. А здесь вот можно, ну, как на многих этих плеерах, поставить постоянную подсветку. Вот сейчас, видите, она постоянно, если свет выключить, особенно в темноте, будет видно, что она постоянно зеленым таким светит. Вот как у колонки тоже постоянно, да, такие тоже можешь включать, отключать. А, конечно, за счет этого приметнее будет. Вот пультики это шли RM-MC38. ЕЛК, вот сейчас RM-DFS-MC38EL, просто EL, вот это уже современного поколения, и тут для перелистывания папок есть, вот видите, плюс-минус. Громкость тут, понятно, сбоку регулируется, ну и остальные функции присутствуют. Сейчас посмотрим вот в этих плеерах. Сейчас я черный подключил. Ну, такой больше темно-фиолетовый. Глубокий такой фиолетовый. Насыщенный такой цвет. Вот. И проигрывает у нас Norm Talley. Его подкасты. Микстейпы. Вот. Тут, видите, я даже подписал, в какой килобитности. Звук, я еще раз говорю, очень хороший у этих плееров. И килобит тут в атраке. Потому что я хочу сказать, что эти плееры, как и вот младший брат MZ-DFS-EH50 и MZ, вот этот DFS-EH70, они MP3 напрямую не поддерживают, только аттрак. То есть формат AAC, MP3 заведомо можно перевести в том же Sonic Stage, переформатировать в аттрак 3+, аттрак 3, и, соответственно, слушать в HSP или в HLP. Вот. Так. И, понятно, это дисплей, все тут композиция, альбом, артист, вот, саунд. И войдем в настройки саунда. Потому что, в принципе, я вот, видите, добавил то, что да, MP3 напрямую не поддержит, все остальное я сказал. По этим плеерам звук хороший. Мы сейчас проверим. Просто какие тут есть настройки звуковые, стандартные, вот эти мы сейчас вошли, Custom 1, видите, так вот он установлен, это можно Custom 2, просто вот ничего не установлено, Custom 1, Custom 2, то есть они изначально вот в таком положении, как сейчас, прямая линия посередине, и вы вот эти шестиполосные эквалайзеры сами выставляете, вот, в основном у Sony Walkman. А у плееров, у всех, и рекордеров, у многих шестиполосным эквалайзером оборудован. Звук хэви, тяжелый, поп, джаз, уникью, кастом 1, кастом 2, хэви. Но сейчас тихо колонка играет, поэтому, в принципе, тут отличия особо не услышать. Еще раз, может и услышать. Вот без звука, но мне слышно, по крайней мере. Пожестче хэви, помягче попс, джаз, больше импровизации, да? Так, и уникальный. Мне нравится подтверждать,
кнопкой play. Сейчас. Вот, подтвердилось. Дальше, какие тут есть еще? Вот смотрите, sound кнопкой просто переставляю. Один раз нажимаю, раз, да, просто. Смотрим. Это просто без звука. Это стандартная настройка, ничего тут. Дальше еще раз нажимаю. И вот студия тут S обозначает sur. Вот как раз surround. Surround – это объемные звуки. Давайте сюда зайдем, посмотрим, какие тут объемные звуки. Для этого кнопку вот sound, видите, белым подписано. Я долго нажимаю, удерживаю студию. И теперь вот этим джойстиком, да, мультиджоком я перелистываю в бок. Студия. Чуть по-другому заиграла колонка, но она сейчас в другую сторону, звук направлен в сторону плееров, так может и не выдавать звук. Лайф. То есть с каждым перелистыванием объемность придается. Клаб. Тут больше басов, забасила колонка, хотя и на сама басовитая как раз таки больше для клаба предназначен. Ее саунд больше такая, да, басистая, мясистая. Так, следующий. Арена. Да, такой вот объемный. Ну и студия. Ну, здесь можно сразу не студийный установить. Зачем? Если как бы уникью достаточно... Ну, конечно, это не студийный, а тут есть вот промежутки, мы перелистывали без настроек, поэтому равносильно. И я вот, как правило, тут оставляю лайв, потому что бывают какие-то лайв, бывают клубные, да, записи попадают, опять-таки, клубные под лайв подходят, потому что вживую, да, это записано. Вот такой лайв можно оставить на все случаи жизни. И каждый, вот видите, звуку, сараунду, ну, такая вот голографическая, рисуночек такой, графический, точнее, вот, а там уж кто что в этом увидит, предназначен. Так, вот, собственно, поэтому отличается, да, от MZ-EH50 вот этими сараундом, SUR. L Life стоит, surround обозначает. Вот сейчас играет Unique. Это просто саунд классический. То есть вот дополнительные опции. Остальные все функции с кнопок, там дисплей, стоп, это все похоже. Все так же. Пульты тут и другие могут подойти, модели 40-я. Так, в меню. О, это батарейка садится на колонке. Ну ничего, так. Вот сейчас в меню мы входим, перелистим. Дальше еще в опции. И в опциях нажимаем, подтверждаем, смотрим. Меню мод. Все стандартно. AVLs стандартно. Бип. Да, пип-пип, чтобы подключать. Ну вот, настройка backlight. Давайте я покажу, что ее можно и отключить. Заодно поэкономим. Аккумулятор. Собственно, видите, с аккумулятора у меня это не подключен. Подключен вот другой. Здесь кабели. Еще раз я говорил, 3-вольтовый. Так, второй трек у нас заиграл. Так, еще раз. Вот у нас, видите, подсветка. А, это я не туда нажал. Ага, отключил ее сразу же.
меню все-таки не той кнопкой, хотя вот этой верхней. Не путайтесь, как я в опции захожу. Меню мод. Дальше. Так, AVLs. Дальше бип, баклайт. Вот эти без подсветки тоже видно в нормальное дневное время. Disk memory, disk mod, а quick mod, пардон. Меню мод. AVLs, сейчас бип, баклайт. Disk memory, quick mod. Ну, в общем, стандартные настроечки. Выход. Стоп кнопкой из строчки меню. Так, useful. Speed control. Так, выходим отсюда. Расширенное не нужно. Что еще? Опции были. Pine P-mod. Нормальная. Групп. Артист. Отображение альбом. Bookmarks. Нормальная. Так. Ну, собственно, да, вот поэтому пульты совместимы. И, конечно, я считаю, вот рекомендую всем носить лучше плееры. Плееры с собой, не ломать рекордеры. Вот. Потому что рекордеры зачастую жалко. И потом те, которые европейские были, рекордеры, но они достаточно крупные рекордеры. Вот я тут предыдущие тоже освещал. Сейчас я покажу такие рекордеры. Вот. И насколько, чтобы было понятно, насколько они достаточно громоздкие. И хрупкий тоже, понятно, будет пластик. Все, конечно, недолговечно, но, по сути, тоньше будет гораздо. Тоньше и даже, вот видите, меньше. Вот если так сравнивать. Давайте так его переверну. Уже 4 часа. Тоже, видите, белые обрамлены. Но рекордер все-таки, считаю, надо беречь дома. Вот. А такую красоту отдельно со встроенным усилителем. Можно все ваши записи слушать, пользоваться такими плеерочками. Они красок дадут. Я, конечно, бесспорно тоже соглашусь, что здесь потрясающий звук в таких вот рекордерах. Тоже, видите, зеркалка отражает. Снова меня видно. Но, тем не менее, зачем его носить? И прикручивающийся вот такой кредл для АА, для, да, вот можно там аккумулятор, ко всем к ним, вот к этим MZEH70 стандартный был. Стандартный, а не такой, кстати, как у этих, нестандартный. Ну вот, собственно, видите, так вот можно прослушивать, можно... Пожалуйста, любой прослушать. Давайте послушаем плеер. Вот этот уже без пульта. Так. Сейчас, и он на адаптере находится. Мы его снимем, поэтому индикация тут горела. Посмотрите, давайте кнопки. Я еще не успел рассказать в полной мере. Вот очень удобно. Play и стоп, она же здесь. Вот я play, видите? Заиграл, зажужжал. А, тут ага, батарея. Ну вот,
Давайте как раз я покажу, как дополнительный отсек прикрутить. Тут у нас вот батарея не схватилась. Поэтому вот сюда прикручивается вот этот вот с батарейкой. И вот он так гораздо больше становится, но не менее элегантней. Видите, он тоненький, тоньше самого чуть будет кредла. Ну вот в самой верхней части этого кредла. Попробуем, схватит сейчас. Так, ну вот кнопка, как вы видите, play. И она же будет кнопкой stop. Рядом около нее FF, FR кнопки на перелистывание и перемотки. Так, я так сейчас подозреваю тут. Давайте как раз перелистываем. И индикация, видите, отображается, потому что звук не идет, композиция не играет. Когда мы перематываем, у нас вот индикация, видите, сейчас идет. Я сфокусирую. Бесперерывная. А так, пока звук не пойдет. Ну, сейчас, тут долго. Что-то я ставил диск, где это перемотка, где звук не выдает колонка. А может быть у нас, подождите, звука сейчас, громкость вот здесь, вот мы сделаем. А, громкости не было. Вот, видите, я громко сделал, и все теперь нам слышно. Ну, зато попробовали кнопку перемотки. Это я уже, видите, намотал на композицию. Так, поэтому, собственно, такой обзор получается. Вот разные источники энергии, от которых МЗ и H 70-е могут работать. И обладают такими характеристиками. High MIDI проигрывают. В ATRAC формате. Имеют дизайн такой. Такие цвета. Это до сих пор играет, его отключим. Вот, посмотрите. Вот здесь кнопка является play, stop. Сейчас я нажму, лампочка потухнет. Индикация. Да, видите. Так, колоночка наша садится. Да. Уже просит, чтобы ее зарядили. Ну, собственно, не хотел большую вторую часть видео делать. А получилось такое же. На этом я заканчиваю обзор такой красоты. Всем пока. Счастливо.